В Индии росло дерево, которое выполняло желание. У того, кто стоял под этим деревом и загадывал желание, оно немедленно выполнялось. Однажды шел путник, уставший, он сел под деревом желания и уснул. Проснувшись, он почувствовал сильный голод. И подумал, я голоден, хотел бы покушать, и сразу откуда-то из воздуха появилась вкусная еда. Он был настолько голоден, что даже и не задумался, откуда взялась еда. После того, как он поел, у него появилась другая мысль. Вот если бы попить воды. И тут же она появилась. Лежа в тени дерева и спокойно попивая, он стал задуматься. Что такое происходит? Может, я сплю? Или, может быть, это призраки, которые шутят надо мной? А так как дерево желаний все исполняло... Тут же появились призраки. Они были ужасны, жестоки и отвратительны. Именно так, как он себе их представлял. Человек дрожал и думал, сейчас, вероятно, они меня убьют. И они убили его. Наш ум подобен дереву желаний. Что вы думаете, то в конечном счете и происходит. Наши мысли и отношения могут заставить нас быть радостными и счастливыми. Или же, наоборот, могут бросить нас в глубокую депрессию. Как же правильно загадывать желания, расскажут наши маленькие эксперты. Рубрика «Размышлялки». Не переключайтесь. Спонсор рубрики «Размышлялки» – семейно-развлекательный центр «Планета Игры», торговый комплекс «Гранд», третий этаж. Привет, друзья! Это снова я, Гоша. Как здорово встретиться с друзьями в моей любимой планете Игры. Детская комната, лабиринт, аттракционы, батуты и суперские призы. Встречаемся в Гранде на третьем этаже. Так делают взрослым, но можно и детям. Когда бьют куранты на Новый год, желания записывают на бумажках, бумажки сжигают, остатки бросают в шампанское и выпивают. Вот у меня есть одна тетя Надя, она так на Новый год сделала, через месяц у нее это сбылось. Получается, это доказательство, что это проверенное желание. Загадывайте желание. Взрослые загадывают в Новый год, когда по телевизору бьют часы, и они берут бумажку, записывают на ней, что они хотят, кидают вино сжигают и выпивают. А нам же нельзя пить, а дети загадывают желания на Луну. Ведь волки не зря воют на Луну. Значит, Луна и вправду волшебная, чтобы жизнь была ярче. Первое слово я хочу, это точно. Я хочу там то-то или чего-то, чтобы мне подарили 10 тысяч рублей. На мороженое коплю. Так просто, я на сдаче люблю, когда дают. Я за 500 рублей куплю мороженое, а мне сдачка. Жена, никому не говоря, нужно закрыть глаза и загадать его. Я загадывала желание на Новый год, чтобы человек стал счастливее. Для того, чтобы исполнилось. Надо, когда в 12.00, нужно звук курантов успеть написать на бумажке желание, поджечь его и выпить. Можно загадывать по-разному. Можно, если нашли свою лесничку, угадать, с какого она глаза, сдуть ее и загадать желание. Можно на падающую звезду загадать желание. Можно на самую яркую загадать желание. Загадывайте желание. Загадывать желание, когда твой день рождения исполнился и желание сбудется. Съесть вкусный большой тортик.